Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем наш ночной прием. Клиники Доктор Хаус. Читаю ваши отзывы. Так, просто о стройке. Макс Каркас Гид. Спасибо за мудрость, Олег. Учимся делать правильную архитектуру у вас. Подскажите, какие архитектурные курсы можно пройти руководителю небольшого проектного бюро, чтобы повысить качество? Чтобы повысить качество продукта для клиентов. Потому что конструктора у меня отличные. А вот с архитектурой, с архитектурной частью у нас все грустно пока. Знаете что, Максим, это Максим, он из Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде очень сильный архитектурный институт. Берите оттуда студентов и начинайте их обучать. Там со второго, с третьего, четвертого курса, вот, чтобы они прошли эту вашу школу. Пусть они смотрят наши фильмы, учатся, читают книжки, и все у вас получится. И так, я ответил его, позвонил Максиму, позвони мне, что-нибудь придумаем. Так, и еще такая интересная, был такой спектакль «Biloxi Blues» Нила Саймона, это перед отправкой на войну, Вторая мировая, курсанты, и там был такой очень умный один курсант, и он говорит, почему ты такой умный? Ну, я книги читаю. А сколько нужно прочитать книг, чтобы быть таким умным, как ты? Ну, нужно прочитать там первый, второй этаж Гарвардской библиотеки. То есть это все приходит со временем, с годами. Вот, но надо учиться по-любому. У всех, у книг, у людей, тем более Нижний Новгород, прекрасный, красивый город. Мы созвонились с Максимом, он представил проект. Давайте его посмотрим. Говорит, вот не получается фасады. Ну, собственно, вот смотрите, это вот наша стандартная схема. Здесь 4, тут 7 метров. Великовато, но отлично все равно. Широченное крыльцо, входная группа, здесь пересечение дверей, куча дверей, ну, темный санузел, опять же, ну вот мы приехали, опять же, вот хочется вот так вот сразу войти, а не вот так и вот так. Вот. Ну и темный санузел, и душевая кабина, ну, видимо, там собака у них. Гардеробная комната тоже темная. Ну вот не надо делать никогда темные помещения. Громадная совершенно, я смотрю, для такого маленького дома это 2,5 на 3,5. Котельная, топочная. А вот да. Котельная и сюда, ну да, здесь еще есть и стиральная машина, бойлер, холодильник, я смотрю здесь. Ну, в принципе, это нормальная площадь, но, опять же, вход в котельную, ну вот, если это постирочная, а кухня здесь, то вот это длинный ход, опять же, да. Так, и... Ну, мы эту схему рисовали, я не знаю, уже сколько раз. Ну, еще раз, давайте нарисую ее. Ну, давайте сейчас просто пройдем, да, что здесь не здорово. Это вот блок детский. Хорошие спальни по размерам, но. Вот здесь как-то более-менее. Вот. А здесь вот... Ну, в принципе, здесь можно было бы поставить вот шкаф, как буферная зона от шума из гостиной, тем более, что дом каркасный. Вот, то же самое здесь, вот, да, вот, буферная зона от хлопания этих раз, два, три, четыре двери будут хлопать, и
не давать ребенку спать. То есть вот спокойно там можно было эти кроватки поставить здесь. И сделать их совершенно симметричными. Так, это непонятно, что здесь какая-то. Ну, короче, и вот санузел. Санузел. Ну, вот эта глупость, вот это, извините, но вот это вот, кого тут стыдиться там, понимаете? Ну, вот, вот эти вот, есть пространство, и пусть оно и будет. Вот эти вот перегородки, еще там, ну, глупость, конечно. Там одно дело, понятно, в дворцах там мы делаем отдельно санузел, там, где унитаз, биде, умывальник отдельно, душ, там, но это там по другие площади. Здесь вот это вот мельчить, оно не нужно. Так, дальше спальня родителей. Здесь все неплохо, через всего две двери. Тоже вот сделано, господи, ой, блин, ну что за бред, ну вот это вот. Кого тут стыдиться и стесняться? Там, я вас умоляю. Вот так вот ставить там душевую кабину, там, ну вот, опять же, открывание. Все-таки как-то так надо делать. Ну ладно. Вот, и это летняя посадка сбоку, припеку. Окно, перегороженное столом с компьютером. То есть здесь вот выхода на террасу нет. Есть выход на террасу через мягкую группу. И здесь вот большое пространство 7 на 6, 42 метра. И здесь вот эта длинная-длинная кухня, да, вот это вот. Фронт хороший, но опять же, вот там, да, вот эта беготня. Не здорово. И вот это вот грохот посуды, когда кто-то смотрит телевизор. То есть нет, то есть так тоже можно делать, но лучше все-таки располагать кухню так, чтобы была возможность ее фланкировать, закрыть, чтобы все эти процесс приготовления там не превращался в шоу. Ну, понятно, это шоу, это здорово, но как-то вот это вот. Ну вот, и лестница на мансардный этаж. Здесь вот такая мансарда. Вот, но это просто какой-то трэш. Это полметра. Такого не бывает. Так, и здесь вот удивительная лестница на мансардный этаж. Это по центру поднимается лестница. Но вот тут она нарисована там даже не под 45 градусов где-то, но вот такая лестница и очень узкая. И опять же она располагается у нас, вот это вот скрытый коридор. Вот это вот, да, вот это будет, ну, кто-то сидит, смотрит телевизор, тут дети с грохотом падают по одному с этой лестницы. Там вроде детское игровое пространство. Вот, и чтобы, что тут можно с этим планом сделать? Я уже не устал ее рисовать. Вот. Вот здесь вот, опять же, не нужно делать вот такой вот широченный санузел, да, там детям, ну, ванная там, она могла бы быть здесь, там, вот, увеличивается их спальни, там становится там 4 на 4, сейчас 3,6. 2200 был санузел, вот 2 метра там или 1,80 м, вполне там хватит, там это, даже если это ванная там или душевая кабина, и здесь будет окно, вот здесь мейдадыр и горшок, все, вот этого более чем. Вот здесь мы входим в спальню, вот опять же буферная зона делаем. Вот. И у нас, опять же, ну пусть так открывание будет, кроватки здесь, там окна, все хорошо умещается. Так, вот это я все-таки сделал бы, лестницу сделал бы вынес бы ее из интерьера, сделал ее более с хорошим углом, чтобы там дети все-таки не падали так часто все-таки.
Вот так. И хотя бы и 1,20 м. Вот так. Так, так. И вход по центру по оси. Это вот более чем. Здесь вот, здесь вы вошли. Здесь вы сделали шкафы. Вот. Ну, хотите, сделайте там еще эту гардеробную. Там, вот. Ну, в принципе, вот этого более чем здесь. Вот. И тут все-таки три санузла на такую маленькую площадь. Там и гостевой, там, вот, в принципе, вот раз-два санузла хватило бы вполне. Так, здесь вошли, и там кухню я бы сделал опять же здесь. Вот. А так, ну, эту схему я рисовал, там, посмотрите еще раз. Вот. Спальня родителей, кухня. И здесь вот все-таки немножко выдвинул здесь. Там диванная группа. Ну, и, в принципе, тут даже можно не 7 метров делать, а 6, там хватит вполне. И здесь вот летняя посадка, чтобы она была все-таки вот так вот, по оси, по центру. Вот эта вот схема вот такая. Там, вот это вот на бок летняя посадка, она и крохотулечная. Ну, она здесь все-таки это вот так можно сделать. И гораздо проще получается фасад. Вот это вот центральный конек. И вот так вот у нас будет крыша. Вот такая, без извращений. Очень простая крыша. Вот, с центральным коньком. Здесь фронтон. Давайте посмотрим сейчас то, что нарисовали коллеги. Ну вот то, о чем я говорил. Так, сейчас я это убираю. Вот такой вот жуткий фасад. Ну, не, без разницы здесь. Задний, передний, они оба страшные. Вот так. В 3D, что Максим говорит, что в 3D там получаются очень странные крыши и странные фасады. Ну, поэтому что мы тогда делаем, чтобы это все было гораздо проще? Ну, вот смотрите, здесь действительно получился очень странный в 3D. Вот эти вот все места казусные, да? И мансардный этаж, ну, по сути дела, это целый мансардный этаж, хотя заказчик хотел там сделать игровую комнату. Но это получается 100% использование вот этой вот игровой комнаты, этого пространства. И вот это, конечно, получается, все вот эти узлы очень корявые. Так, и ну и вот это место тоже казус. Эти окна пониже, но все равно. И потом вот эти прекрасные эти скорбные глазки с импостом посередине. То есть давайте посмотрим, что можно сделать. Здесь давайте сделаем таким образом. Так, ну вот можно оставить этот верх конька, крыша пошла вот так. И здесь протаскиваем сюда. Вот, и сводим мы с этой точки в одну точку. Все-таки вот так вот. И тогда вот этих всех казусов, которые только что вы видели, не будет на фасаде. Здесь немножко, конечно, побольше. Вот так будет. Вот, ну, в одну точку свели. Тогда фасад получится сразу же. Вот там окна спален. Здесь так. Ну, там уже посмотрите, какой дизайн.
Вот, убираем эту переносицу и делаем вот так. Окна следующим образом. Вот так. Вот так. Здесь у нас перекрытие. Там. И здесь можно балкон сделать. Ну вот, по сути дела, под 45 градусов. Все это будет смотреться уже более-менее. Там или окна в пол сюда. Вот такие будут окна на втором этаже. Вот так. Вот здесь перекрытие. И в одной отметке тоже здесь окна в пол. И здесь мы вытаскиваем там, здесь также у нас цоколь. Так более-менее уже будет фасад поспокойнее и получится на раз. Вот, а тут у нас будет уже летняя посадка. Глубокая тень. А там, чтобы было больше света, мы там можем сделать велюксы еще в глубине. Там. Фальцевая кровля. Выход в сад. Может быть, здесь тоже. Глубокая тень. Там стол спокойно уместится. То есть вот по центру сделать летнюю посадку. И фасад уже стал гораздо проще. Такая история. Вот такие дела. Не нужно делать сложные фасады, сложные крыши. Все у вас получится. И здесь шикарное будет игровое пространство. По сути дела, вот такая студия. Вот там лестница по центру. Все будет красиво. Лестница будет по центру где-то там, вот так вот. Уже идти под хорошим углом. Спокойно поднялись, и у детей будет шикарное пространство. У вас будет место великолепное, летняя посадка. Потом при желании можно все это и застеклить. Так, тогда сейчас поехали дальше. Так, у нас была еще тема этого. Сейчас это письмо у тебя на почте. Михаил Денисов пишет: Олег Анатольевич, здравствуйте. Мое письмо — своего рода отчет о проделанной за последние месяцы работы. И знак того, что я ваш бесконечный сериал «Доктор Хаус» является полезным пособием для тех, кто самостоятельно делает планировки своих домов. Но обо всем по порядку. Ну, тут, короче, идет перечисление. Там Санкт-Петербург, 12 соток. Вот. Сделал более там 20 вариантов планировок. И вот с каждым фильмом, который посмотрел на нашем канале, вносил изменения и добился, в общем-то, говорит, отличных результатов. Вот. Ванна, это очень все подробно, кропотливо, обычная ванная, обычно без излишеств. Три раза спрашивал у жены: точно нужна ванная? Может, душа хватит? Сказала: нужна. Ну хорошо, пусть будет. Конечно же, с окном, как и все помещения, тут я строго следовал канонам, которые мы там проповедуем. Все окна должны быть светлыми. То есть все помещения должны быть с окнами. Была заявка на раздельный санузел, но я решил, что это уж слишком. Но это действительно вот там. Рядом там эти перегородки, это, конечно, глупость. В небольшом доме делать вот эти, ну, это не здорово.
выгораживать в большом санузле отдельный санузел. Сауна, кухня-гостиная, 22 метра, не очень много. Потом, ну, он сам видит недостатки своих планировок. Вот давайте их посмотрим. Так, вот такой вот участок. Север здесь. На участке много там сосен и елок. Вот Дмитрий здесь расчистил себе пятачок, в принципе, хорошо. И постарался так немножко сдвинуть вот сюда, чтобы не смотреть там на громадный дом соседа. Вот так. Так, ну и Дмитрий здесь, видите, так, по генплану это так. Терраса смотрит сюда. На южную сторону, хорошо. Вот, ну что я хочу сказать. Южная сторона, и здесь он занимает солнечную сторону, надо как-то беречь там для чего-нибудь более хорошего, то есть для спальни, там, для гостиной, для кухни. Здесь очень большая, это стиральная машина, раковина, унитаз, ультрафиолетовая душевая кабина. В общем, 10 метров. И здесь, вот видите, расположено очень все это легко, просторно. И это кабинет самого Дмитрия. Он проходной. Здесь вход в котельную. Котельная тоже громадная. Раковина, бойлер, котел. В общем, почти что 10 метров. Но это очень такое разбазаривание площадей. И, опять же, в принципе, схема она хорошая, правильная. Здесь вот 1,80 м санузел. Это спальня. Их спальня. И два кабинета, они айтишники. Так, что бы я сделал, конечно, немножко все по-другому. А, ну вот еще кухня. То есть кухня-гостиная, двустворчатая дверь, выход на террасу. И вот так вот здесь 3700, фронт кухни. То есть 22 метра. 22 метра, ну, маловато по сравнению с вот соотношением там котельных, да, вот это вот. Так, что бы я сделал, дорогой Дмитрий? Вот, следите за руками. Нет, надо здесь заезд. Заезд и машину там поставить здесь. Опять же, там два дерева, бог бы с ними. И входить бы все-таки здесь вот с торца, чтобы солнечную сторону освободить. Вот так вот. Так, здесь у нас стала бы машина под навесом. Здесь мы входим, а здесь выходим там в сад-огород, в лес. Вот это навес. Опять же, под этим навесом можно было бы сделать там все это бойлерное здесь, а не в самом доме. Вошли. Вот опять же модульный принцип, все он правильно понял. Вот здесь можно сделать это, где мы разделись. И сразу здесь кухня. Кухня вот такая вот. В принципе, фронт тот же самый. Но здесь вот свет все-таки будет падать слева. Здесь холодильник. И пошла вся эта цепочка. И свет вот так вот. Раскрытие здесь хорошее. Да. И здесь вот обеденный стол там, для завтраков. Там семья небольшая. Более чем. И здесь вот опять же вот мы сделаем портал, который можно фланкировать, закрыть. Вот. И гостиная, в принципе, вот так вот. Летней посадкой вполне себе хватило бы.
Вот, а вот это у нас санузел, хозяйская спальня. Вот здесь умещается, вполне хватает там шкаф там для одежды. Это тоже будет там звукоизоляция. Вот так. И здесь кабинет раз, кабинет два, раз, два. Там на север, да. Вот. А тут у жены там будет утреннее солнце в кабинете. Ну, то есть вот все вполне себе. Уже не стало проходных комнат. А вот это летняя посадка. Вот, а фасады, в принципе, вот я только что их рисовал, там больше-меньше. Это вот одна из схем, которая вот она простая, как две копейки. Получается на раз. Вот. Ну, здесь опять же можно, это гардеробная комната и там сауна. Вот она здесь. То опять же хочет он иметь сауну при этой самой. Вот сауну здесь, вот все это вот. Все это счастье уместится здесь. Вот это нормальное все соотношение пропорций. Но вот опять же мы все раскрыли максимально на утро-вечер. Короче, Дмитрий, попробуйте еще вот эту схему порисовать. Так, поехали дальше. Добрый день, хотим построить загородный дом. Помогите, пожалуйста, определиться с выбором проекта. Не понял. Я же 1000 раз говорил, что типовые проекты зло. Там не надо выбирать их. Давайте посмотрим, что он все-таки выбрал. Отправляю ссылку на проект, который нам понравился. Если можно, прокомментируйте наш выбор. Так, сайт plans.ru, готовые проекты коттеджей, 56-37. А вот стоимость разделов AIR и KIR, ну, не знаю, видимо, ему понравилась цена за проект, за AIR и KIR, это 33 тысячи рублей. И то и можно взять в рассрочку, по 4 тысячи в месяц платить за это. Так, смотрим план. Ну, господи. О, господи. Так, смотрим план. За 33 тысячи. Так. Ну, во-первых, смотрите, вот у нас, опять же, выбирать проект безотносительно посадки дома на участке, это странно там. Ну, то, что он там пристал, там север, по крайней мере, север здесь. То есть вход с севера — это нормально. Ну, только вот никогда там, если вы видите, когда там план вверх ногами, то есть план вверх ногами. То есть вот всегда план располагается на листе, вот живот, а и тут вход. Вот так, только так. Ну и что получается? В принципе, что здесь? Вот кухня-столовая при входе — это нормально, гостиная, терраса. Вот, и пошли вот эти вот безумные коридоры. Спальня еще одна на север четко. Так, спальня одна, коридор, его стыдливо назван холлом, 38 метров, ну почти что 40 метров, это коридоры. Так, и, ну вот это обычная наша фишка, гардероб, тамбур, гардероб, темный гардероб. Такой пупырь торчит. Здесь можем повесить, но он опять же темный. Ну и это тоже классика жанра, квартиры вокруг сортира, гостевой санузел вот тут вот он. Тоже темный. То есть это два помещения, вот, чтобы сделать такой вот зигзаг немыслимый. Так, кладовая, постирочная,
сауна, душ. И две детские 15 метров и 17 метров. Ну, вот такой вот изрезанный корявый план. Ну, и, соответственно, можете себе представить, какая там крыша. Жуткая и безобразная. То есть это вот, ну, это 33 тысячи, это вы план сру. То есть это выброшенные деньги. Здесь очень сложная крыша, очень сложные фундаменты и колоссальная потеря площадей. Ну, схема, по которой... Ну, она здесь... Это очень неудачная схема. И смотрим дальше. Альфа-план. Тоже магазин типовых проектов. Так... Крыльцо, левое открывание, может быть, да, там котельная с улицы, мы заходим, проверяем, мониторим. Здесь у нас идем на сортир гостевой, не только гостевой, извините. То есть вот в этой щели, по ходу, располагается санузел для двух детских спален. 1277, хорошая площадь. Но... Вот это вот санузел, они, вот такой вот санузел, здесь выделили такой фронт, коридор, вот здесь вот такой вот, да, и они его стыдливо обозвали холлом. Ну, даже если вы коридор обзываете холлом, он не становится холлом. Вот. И вот тут такая еще щель, я смотрю, где-то полотно 80, где-то, наверное, 1,60 м. Это кладовая для чего-то там, а чего и непонятно здесь. Только, наверное, туфли можно хранить и какие-то. Ну, в общем, здесь опять же темное помещение. Вот, опять же, длинный ход. Идем через гостиную мимо камина на кухню. Ну, в общем, вот такой вот корявый план. И, а вот спальня родителей. Тоже вот это вот. Потери площадей, какой-то вот, ну вот какой-то закуточек. В закуточек входим в спальню, из спальни санузел сразу же на унитаз. Тоже это так не делается. Вот, и здесь вот в нише душевая кабина. Ну, в общем, площадь дома приличная, вот, но крайне все сделано коряво и бестолково. Ну, вот такая иллюзия у архитекторов есть, что чем изрезаннее план, тем красивше будет фасад. Но это тоже это неправда и неправильно. Фасады вот такие вот, понимаете? Ну, вот, вот нельзя из маленького дома делать вот такую крокозябру, понимаете? Ну, это просто вот это вот, что это? Понимаете, это вот столько тем, из-под пятницы суббота, то есть надо делать дома проще. И ну тут, видимо, видите, тут еще как называется вот эта штука, чтобы не сперли проект. Да не дай бог, не надо эти проекты, не то что воровать, и покупать не надо. То есть это вот, ну, большое количество ендов, это все будет течь, это ухаживать за домом очень сложно будет. То есть надо такие маленькие дома решать гораздо проще. Там, смотрите наши проекты, мы все вот... Красивый дом можно сделать, и простой красивый дом. Вот, и еще здесь у нас что? Зеркальный план. Ну, та же фигня, только отзеркаленная, ну, я не знаю. Зеркаль, не зеркаль, переворачивай, не переворачивай. Это очень плохой проект, вот, никогда вам, не там вы ищете проекты, друзья мои, есть хорошие сайты, есть хорошие порталы, где можно посмотреть хорошие проекты, а не вот этот бред, понимаете, ну сколько можно вам об этом говорить, типовые проекты зло, это не та экономия, вот эти 35 тысяч, да, вы лучше сиротам отдайте. Вот, не расстраивайтесь. Ну, халява не пройдет. Не знаю, стоит это оставлять.
Не расстраивайтесь, лучше смотрите наш сериал, смотрите хорошие сайты, есть хорошие архитекторы, а типовые проекты — это зло. До встречи, дорогие друзья, не болейте, всем хорошего настроения и хороших домов. До встречи.